Уважаемые избиратели, 14 сентября вы будете выбирать людей, которые будут представлять ваши интересы в Читинской городской думе. Сегодня каждый знает о том, что те обещания, которые были даны 5 лет назад, остались на бумаге. Поэтому мы, коммунисты, идем на выборы одной командой, готовы бороться за ваши интересы. Мы знаем проблемы нашего города и пути их решения. Первоочередные социальные меры, которые требуют принципиального решения. Контроль над ростом тарифов и услуг ЖКХ. Сохраним места отдыха от торговых центров и поставим вопрос о запрете точечной застройки. Решить вопрос о строительстве доступных экологических парков. Построить в каждом дворе современные детские площадки. Устранить все свалки по округу и сделать своевременный вывоз мусора из частного сектора дачных кооперативов. Решить вопрос с бездомными животными. Прошу поддержать меня на выборах 14 сентября.